Приветствую всех. Решил снять еще одно видео о сайте Etage Books или Ether Books, как некоторые его называют. Посвящено это видео такому событию. До конца ихнего ICO остался один день и 10 часов. Это вот на данный момент. Но главное не это. Главное здесь это то, что они практически смогли собрать. То есть затребованную ими планку. 42 500 ETH. То есть это означает, что проект выполнил свою планку, и очень скоро их идея создания библиотеки криптовалюты осуществится. И мы все сможем покупать книги в их магазине книг. Также сможем писать свои книги и продавать через их магазин по очень выгодной и приятной цене для всех. Событие на самом деле очень хорошее. Буквально один день остался, и все участники, все будут вознаграждены. Поэтому, если вы смотрите это видео сейчас, то у вас есть еще время. У вас есть еще один день и 10 часов, чтобы присоединиться к этому проекту, поучаствовать в нем и получить какие-то свои выгоды. Времени осталось, в принципе, достаточно. Один день. За один день можно очень много сделать. Кстати, вот ихняя страница в Твиттере. Ссылки я сброшу потом на сайт и на страницы в социальных сетях в конце видео. Это ихняя страница в Фейсбуке. Вот, кстати, лист документации. Если у вас есть время и желание, в этом листе есть масса информации о них и о том, чем они занимаются, что они хотят осуществить и прочее. То есть вы все это можете ознакомиться, почитать, посмотреть детально. До конца ICO, повторюсь, остался у них один день. Один день, и будет все отлично. Вот, кстати, ихняя ветка на Bitcoin Talk. Здесь, кстати, расписано все их компании, все детали, то есть что, как можно принять участие, как можно присоединиться к ним. То есть ссылку на это я тоже сброшу в конце. Ну, в общем, вот что я хотел сказать. Хотел поздравить всех участников этой кампании с завершением и, в принципе, выполнением заявленной планки. То есть, всем спасибо за внимание. До новых встреч.